Привет, мой сладкий, привет, мой хороший тигрыцкий. Сегодня с вами снова я, тигр Надя. Хочу сделать обзор вот на такой набор бумаги, который я заказала с AliExpress. И для сравнения кладу вот такой вот набор, который заказала на сайте Mail Art Inspiration. Я уже делала на него обзор. И вот посмотрим, насколько же они отличаются и какой же из них лучше. Вот такой вот красивый набор. Paper Pack 6x6, 24 листа, 12 дизайнов по 2 листа, 15,2 на 15,2. И он запакован в такой вот пакетик, который сейчас откроем и посмотрим сам набор. Итак, здесь у нас 12 листов на 14,5 сантиметров. И у нас здесь двухсторонняя бумага, как я уже сказала, 12 листов, да? А здесь у нас 24, и, соответственно, здесь толще. И здесь не альбом, а здесь альбом. И у нас здесь идут просто бумага представленная. Такая вот у нее обложка. Тоже можно ее использовать. Итак, давайте посмотрим. У нас здесь, кажется, да, на картонке. Кстати, ага, не картонка. Здесь у нас идет листок. Ну да, они вот идут по 2 листа. И да, конечно же, если вот так приложить, то видно, что они немножечко меньше, чем наш оригинальный набор российского производителя. Давайте посмотрим оттенки. Итак, вот такой вот набор. Очень-очень сильно мне понравился. Бумага качественная, плотная, все отпечатано хорошо, без единой оплошности. И что я еще хотела сказать, что пахнет она очень вкусно, как обычная скраб-бумага. То есть не какой-то не химический запах, а никакого китайского запаха, как обычно это бывает, да. И в принципе она ничем не отличается от вот этой вот бумаги. Только немножко даже, мне кажется, поплотнее она будет. А здесь у нас, как я уже показывала, вот такой вот набор. Тоже очень красивый. Голландские узоры. Очень-очень красивый. И он, конечно же, поменьше. Это чувствуется, когда держишь бумагу в руках, смотришь на рисунок и понимаешь, что все-таки есть разница в размере. И качество, в принципе, ничем не отличается. Просто здесь платишь меньше. Ну, наполовину, потому что меньше листов. Здесь 12, там 24. За вот этот набор я дала 240 рублей. За этот набор я дала где-то 160, может быть, рублей. Если честно, уже не помню, но постараюсь оставить ссылки внизу на оба товара. Так что вот такая вот красота. Моя оценка, конечно же, 5 с плюсом, потому что бумага потрясающая. Понимаю, что буду заказывать еще, потому что там были очень красивые узоры другие. И некоторые из них, кстати, у нас представлены в магазине, и такой набор у нас стоит, ну, рублей 300. То есть рублей на 50-60 будет дороже, чем покупать с Али. Вот, так что я за Али. Всех люблю, целую, обнимаю, до новых встреч, пока-пока.